Так. Здравствуйте. Здравствуйте, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Мэри здравствуйте. Найт. А где мы? С нами сегодня рыцарь Мэри. Так, Мэри Найт, хорошо. Стандартный набор выживальщика. Так, ну ладно. 7 градусов в машине, может призрак тут? Думаешь? Так, уже? Похоже. Здесь, да. А кто-то из вас радио думаю. Брал? Нет. Нет, я сразу никогда я не Я всегда беру стандартный свой набор. Зеленка, термометр и фонарик. Хорошо, я тогда с видеокамерой, я с книжкой. Книжку ж ты не брал, да, Леш? Не, книгу я не брал. Я обычно это приношу во втором заходе, когда мы уже комнату знаем. Книгу не брал, ничего. Как ты в школу идешь вообще? Ничего не взял. Да вообще, бля, просто. Ручку хотя бы взял, листик какой-нибудь. Нет. Я тут найду, я у кого-нибудь заберу. Посмотрите, пожалуйста, свет справа. Идем направо, да. Свет справа, посмотрите. Да, идем, идем. Когда я умру, воскресите меня, пожалуйста. Хорошо. Алекс забил себе место в раю, да? Нормально, на воскрешение. Света нет у меня. Сейчас посмотрю справа. У меня свет, сейчас включу. О, спасибо. Свет. Алекс, спасибо за свет, но ты... Не за что. Так, ну тут, кстати, довольно-таки прохладно. Как для школы, 7 градусов это не круто. Когда в ней было? Не знаю, школа всегда прохладно меня встречала. Чего ты? Ну нормально же. А ты взял ручку и тетрадку? Учебник взял, форму, сменку, что там еще? Учебник, вот. Хорошо, сменная обувь. Ты взял сменную обувь? Ой, извините, а мы в спортзал не пойдем. Почему? А чем мы идем к Даше? Подожди, мы должны с тобой в другую сторону идти. Я не знаю, куда нам идти. А я тоже не знаю, куда идти. Дай нам знак. Может, все-таки спортзал? Я все-таки зайду, да. Дай нам знак. Покидаем мяч. Так темно, пипец. Вообще не видно ни хера. Дай нам знак. Опа, это ты кинул? Что это было? Не, я ничего не кидал. Странно. Ну как? Пока. А, держи МПшку наготове, включенный хотя бы. Может быть, я на втором хожу, может он наверху, потому что где-то вдалеке скрипнула половица, но я не уверена, что это знак. Где-то вдалеке скрипнула половица. Призрак, дай нам знак. Не слышно. Дай нам знак. Надо, чтобы он, короче, в телефон позвонил. А если он туалетный? Пусть звонит, тем более. В туалете же есть телефон? Пусть смывать начинает. Дай нам знак. Туалетный он воду включит, наверное. Дай нам звук. Дай нам смыв. Дай нам смыв. Дай нам знак. Ну, тепленько. Тепленько, да. Пышечка молчит, да. Такое. Десяточка. Так, Мария, ёпта. Ты здесь вообще? Дай нам знак. Что за тишина? Что за уныние? Дай нам знак. Пойдем. О, Даша, ты на... Она с нами сверху. Давай, пойдем, может, посовещаемся. Да, пойдем посмотрим. Ну, на первом вроде тихо. Ни телефона, ни душа, ничего. По-моему, только что щелкнула где-то дверь, блин. Дай нам знак. Дай нам знак. Кстати, на втором этаже теплее, чем на первом. Бля, что так плохо слышно тебя? На первом этаже теплее, чем на втором. Точнее, на втором теплее, чем на первом. Тут по 20 градусов тепла, а там нормально, там 10-9. Слушай, логично. Где-где-где? Все по физике. Мы же в школе. Холодный воздух вниз, теплый наверх поднимает. Да, но это не фазма. Ну, то есть это к фазме не относится. Дай нам знак. Это не фазма, это физика. Теплый воздух первоклашек идет наверх. Дай нам знак. Дай нам знак. Нет, да, что двадцатка. Слушайте, ну, ой. Я только вдалеке слышала какой-то щелчок. Ну, мы двери открывали, казалось. Может, это. Mm-mm, когда мы уже здесь были. Дай нам пошли знак. Внизу поищем. Пошли. Она, блядь, не звонит, понимаешь? Да? Она не воду не включает, ни хера. Ладно, мы внизу-то более-менее... Дай нам знак, призрак. Ты тут? Слушай, а демоническая вещь тут? Зеркало, да? Карты. А может, потянем? Посмотрим, откуда он что-нибудь какую-нибудь суету наведет, может. Нет. Ну, как-то уныло вообще. Ну, ужас. Мария какая-то. УГ. Не знаю. Мария УГ. Хорошо. Это инициалы. Ульяновна. Тут 19. Тоже тепло.
Да, в том-то и дело. Заходи в класс и проверяй по классам. Блин, что-то как-то стало со звуком что-то. Они что-то другое сделали? Не знаю. Хрен его знает. Отхожу немножко и перестаю тебя слышать. Прикинь. Так в этом-то и суть, типа, пространственный звук. Слушайте, а может это спортзал? А мы были в спорте. Хотя мне показалось, что в спортзале что-то было. Так, сейчас быстро проверим коридор этот. Сюда зайдем. Дай нам знак. Бля, 20 градусов. 13. 16. Не. Заходи в комнаты, проверяй. Тут более-менее. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. 19. Нам знак. Прогрелся, смотри. Второй и первый этаж прогрелись. Нормально. Дай нам знак. Хорошие лампочки стоят. 22, бля. Да. Что щелкнуло? Дай нам... Это, может, я термометром щелкаю, хожу? Дай нам знак. 19. Нет, тут 19 градусов. Пойдем наверх. Пойдем наверх. А помните, тоже. Там есть какие-то лаборатории на втором? Какие в школе лаборатории? Там. Франкенштейна? Школьные. Школьные. Слушайте, ну либо это тень. Это дресня какая-то, а не тень. Как она может сидеть и даже звука не подать никакого? Я тоже такого. Я слышу только один раз скрип на втором, и все. Дай нам знак. Может, это кресло? Так, давайте. Нет. Дай нам знак. Дай нам знак. Так, ладно, вы тут, я в то крыло тогда пошел. Хорошо, когда она входит сразу. А, да? Ну давай, кстати, да, немножко разберемся. Так, двадцатка, блин. Ну вы издеваетесь. Ну, тоже. Давай, ты в том, а вон налево, туда? Смотри, там слева что-то есть. А я туда схожу туда. 16. Давай, ну температура. 19. Не то. Вот поэтому школу мы редко записываем, потому что хер, блядь, найдешь. По-моему, в тюрьме и психушке быстрее найдешь. Так, 17, 14. Дай нам знак. Позвони в телефон. Набери меня. Дай нам знак. Где-то дверь закрылась? Это я закрылась. А, понял. Дай нам знак. Слушайте, ну я вообще не... Дай понимаю. Нам знак, зараза, позвони, набери меня, призрак. Дай нам знак. Дай нам знак. Может, этого нету? Слушай, может, нам реально бракованную школу подсунули без призрака? Дай нам знак. А где Алекс? Он куда-то пошел. В какое-то крыло туда пошел, типа, дальше. Кто-то что-то сказал? Дай нам знак. Атака, по-моему. Да, по-моему, что-то хлопнуло где-то. Атака. Давайте послушаем, откуда он идет, не прячься. Внизу, снизу, я слышу ее пение. Фига себе. Ладно. Давай тут переждем. Либо что-то со слухом, я ни хрена ничего не слышу. Надо погромче сделать. Атака. Блять. Теперь слышу. Теперь уже все слышат. Все. Шла снизу. Поднималась, ну, обычная скорость. Ну, она дошла до нас, я ее слышал. Да. Поэтому, скорее всего, под... А может, столовка, слушайте? Алекс, она на первом этаже где-то. Сейчас свет включу. Так. Мне кажется, столовка. Вот дверь открыта в столовку. Сейчас свет врублю. Сейчас проверим. Сейчас свет. 1 градус. Мы нашли, столовка. О, наконец-то. Ну, по крайней мере, я зашел, был 1 градус, но уже 0,2. Угу. Ну, в любом случае, везде 2. А у нас улики есть на этой уровне сложности? Да, это ж кошмар. 1,4, блин, а где ж ставить-то зеленку? Ищем. Давай здесь поставлю. Помещенница, конечно. Ты далеко? Так, выходим. Блин, она так рядом была. Все, вышли. Так. А мы заходили сюда. Ты далеко? Не, мы по спортзалу, по-моему, мужчина? Прошлись, а сюда не заходили. Ты женщина.
Сколько тебе лет? Снимок. Ты здесь? Ты далеко? Ты мужчина? Ты женщина? Сколько тебе лет? Ты здесь? Если что, прячемся вот направо, смотрю. Чуть перенесем? Атака. А. Да? Блять. Атака. Ладно. Это уже есть что? Твою мать. Нет, 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 не, не надо. Не надо, она ушла мимо. Она прошла, и слава богу. Фух. Ладно, бля, она тут еще ходит. Мы же прямо напротив ее комнаты. Ой-ой. Пальмы. Ты что, Майорка? Я точно в школе. Или я на Майорке? Что-то долгая атака, может, кого-то убила? Не дай боже. На улицу. У нас дверь открыта, Алекс. Ты дверь открывал? Так она заходила, да. Бля. А где тебя встречать? Где ты есть-то? Вот, уже иду сзади, сзади. Все, все. Я просто без фонаря, я же все вещи принесла, оставила, мне ничего нет. Она к нам заходила, Даш. Да. Она в гости заходила. Нет, мы же напротив сели, мы сели напротив. Ух, я в темноте кошмарную побежала. Ну, скорость у нее обычная. Абсолютно, по-моему. Обычная, да? Блин, неудобно без этих штук. Без экранов. Так, сейчас посмотрим, что по лазеру. Ой. Огонек. О, огонечек. Так. Я его, кстати, не видела. Наконец-то хоть что-то. Огонек. Я, кстати, вычеркнула всех бегающих. Даша, боюсь спросить, а что это слева и справа такое за трибуны? Это стулья. А, это стул, бля, я думал, это трибуны. Ни хрена себе. Трибуны. Похоже, смотри, да? Лазер я пока не вижу. Я бросила там книжку. МПшку надо проверять. Так, давай. Я там бросил на пороге. Ребятки, давайте жахнем таблетки, потому что у нас же это ж кошмар. Это ж просто кошмар. Страшно. Да? Наверное, я возьму коты. Ух ты, ты все на себя. Весь риск вот этот. Слушайте, ну у нас может быть и баншуха. Я вычеркнула Ревика, Ханту и Тае. Я не против. Может и банши. У меня одна рука. Давайте, что мне взять? Еще один бахнул, еще один лазер, что лучше? Возьми. Солить будем? Солить. Не, у нас нет миража. Я взяла крест. Если это банши, я послушать могу ее. Это редкие выпадения. Алекс, если у тебя есть, возьми свечку, будем этого Анрё проверять. Да? Окей. Хватил. Да у нас же улики две есть, нам бы хоть что-то. А есть МПшка у вас осталась? Да, я взял вторую. Да, она там. Там тоже одна есть. Да зачем вот опять же две? Ну ладно. Да пусть будет, там же огромная комната. Там комната, видел, какая здоровая? Я сейчас принесу, скину, еще сбегаю. Ну да, да, надо. Поэтому я говорю, блокнот, лазер надо еще. Таблетосы. Попробуйте вы поговорить в радио, мне она не отвечала. Ты думаешь, это как-то влияет? Один говорит, второй нет? Не знаю. Может, у меня не распознавалось. Ну, слушай, опять же, Мария. Может, ей мужской голос симпатичнее будет? Давай. Да. Побазарь с дамой. Сейчас я закину. Побазарь с дамой. Ой, я вам даже романтику сделаю. Так. Свечку поставлю. Смотри, Олег, давай. Давай. Говори. Стоп, кресты. Тихо. Сейчас, крестики поставим. Все, есть. Я ухожу. Бери ультрик на всякий случай. Ты старый? Ты молодой? Свет же ты мужчина? Свет что потушите. Где а свет? Что со свечкой? Я не знаю, она мандражится. Она за тобой пробежала, лазер? Она маленькая. Чего, лазер был? Второй, третий класс, не больше. Да, а такая... Что со свечкой? Я не знаю. Ты старый? А, третьи улики уже не будет. И это лазер. Ага. Она к тебе прям, ты говоришь, ты это, она... Блин, у нас радио... Так, ребят. Это банш, ты ей понравился. Да, да, что? Накидать надо, бросить туда ультрики, шмультики, радио проверим. Райдзю проверим. На те электроприборы. Так у нас не может быть третьей улики, ты чё? Райдзю а мы мимика рассматриваем? А, ты в смысле побегать? Не, по... Что ты? Угу. Я радио включил, забросил. Так, ультрик тоже блин, киданем. Блин, опять Йокай Юрей, не люблю я этих Йокаев Юреев. Ну да, и гадать, конечно, вот это вот. Так, это есть. Кому по-моему? А, нет, не прячу. Ну слушай, более-менее вычислить можно, мне включи кажется. Включи эту тарелку, Олег. Там из глубины 5 дБ у меня идет. Это нормально?
включи тарелку, значит... Тарелка включена, 5 дБ показывает. Я имею в виду, оставь ее как электроприбор, на котором она может ускориться. Атака? Ух ты! Ладно, сядем тут. Ой, шанс на самом деле маленький, что мы выживем. Но, блядь, она зашла, все пиздец. В тот раз она не убила Алекса. В тот раз она не убила, потому что мы оба сидели, и было все в порядке. А сейчас почему-то она решила, что надо меня убить. Потом я ничего не вижу. It's so beautiful. Ладно, хорошо. Хотя на самом деле ничего хорошего. Зато можно будет последить. Так, мне надо что-то взять. Что тут можно взять? МПшка одна, МПшка вторая, камера, хуямера. Все подряд. Так, возьмем шляпу Кунлао. Посмотрим. Я вот здесь прятался. Мы под пальмой сидели в ту прошлую атаку. И все было в порядке. Если бы она зашла, она бы сразу меня убила. А тут она зашла, короче, туда вот. Может быть, я жертвой был. Хрен его знает. Маншуха подходит. По уликам. Так что будем смотреть, чего, куда и как. Так, никого нет пока. Они как-то как тараканы разбежались. Алекс. Че, Алекс тоже все? Алекс. Живой? Я отвечал. Слушай, меня благоволка спасла, мне нужна новая. Мне тоже. А, то есть оно и до них тоже дошло. Интересно, интересно. Скорость обычная. Как мне она тебя, кстати, сейчас... она тебя не видела, когда... Вот только, ну, вот перед концом атаки. Что мне показалось, она ускорилась по коридору. Не знаю, она ползла по коридору. Мне, я не понял, ускорилась или нет. Но забежала ко мне в кабинет. Я пошел в благовоние, она выползла из кабинета, и атака прошла. Я, то есть она шла к тебе? Ну, запоздала. Да потом она по коридору на меня видела, блин. Да. Слушай, может, баншуха? Ну, я не знаю. Она мимо тебя, кстати, проползла. Вот не знаю, насколько там она ускорялась. Все ж, ну, вроде слышно ее это. Ладно. Так, Олег, так, что-то... Ну, блин, я не знаю, кого ставить. Не, мы сейчас пойдем, может, банши проверим? Слушай, давай Райдюху... А, как мы Райдю? Это не Райдю. Ну, очень так, похоже надо, общем, на банши. Ой, не, слушай, мы попробуем сейчас Олега воскресить. Вот что мы попробуем. А, в первую, ну, давай, очередь. Да, а потом уже это... Посмотрим. Сейчас по я атаке. Тут свет включу. Тут атака. О! Ух ты, я зайти не успел. Ни хрена. Бля. Офигеть. Даже... И... Блин. Вот это я читаю. Так, пойдем посмотрим. Вот она идет за Дашей. Мелкая пиздюшка, смотри. У-у-у, малая какая. Смотри, что подтворится, а. Ищи, тыщи, тыщи Дашу. Там зашла, здесь зашла. Вообще исчезла нахер. Пошла на второй. А Даша прячется где? Неизвестно. Но она вроде как бы успела спрятаться. Время было. Двери открывает. Найдет Даша, нет? Она целенаправленно по кабинетам шарится, смотри. Фига себе. Так, пошли встретим Алекса. Посмотрим. Ни хрена себе, бля. Но это добрый день, это прям... Сойти с ума можно от таких призраков, серьезно. Фу, так, Алекс, по идее, зашел и пошел направо туда к ней, да? Нет, не пошел, его тут нет. Ладно, пойдем поищем тогда, где они там делись. Потому что я разговоры их не слышал. Дверь, по-моему, закрыта. А, открыта. Пойдем тогда в то крыло. Я не хочу тут снизу. Алексу карты лучше не брать, они забагуются. Не на той скамейке. Господи, я. Не бери, они багнутся. Пойдем так. В то крыло. Сюда пойдем. Они же спокойно багуются. Вот. Девчонка тупо заходит во все эти. Так, проверим, воскресят, не воскресят. Было бы хорошо. Сюда давай. Так, а ты давай тяни уже. Уже тяни. Так, я по караулю, давай. Так, ух, Олег воскреснет. Олег воскрес, воистину воскрес, давай.
Давай, давай, что там? О, висельник, я что, умру сейчас? А, нет, это шутка, фу. Нормальная шуточка. Эй, сейчас атака будет. Добрячься, Алекс. Так, но она пока сюда дойдет, пройдет какое-то время. Нормальное место, кстати. Так, пойдем смотреть, зайдет, не зайдет. Вообще не слышать. Что-то ее не видать. Если бы это Баншуха была, она была на втором этаже, получается. Выключатель. Не, не работает. Сейчас вот так. Да я гляну, где она? Ну тут ее нет, не слышно. Пения нет. Она была на втором этаже. Если бы реально была Баншуха, она бы там и продолжила бы эту атаку. Просто надо сейчас, когда... Сейчас будет. Мигнет. Дальше карте. Я ее не слышу нигде. Она же обычно просто по коридору гуляет. Идет. Так, откуда? Все, все. Как раз. Странно. Не дальше, не дальше, я сейчас свет включу. Да что... Да что ж такое сегодня с Яром? Так, все, Тина. Давай. Так, это у нас Фортуна. Интересно. Что-то у меня с картами с этими. О, Даша, я даже их поднять могу, прикинь. То ли Виа, то... Давай ты, у меня что-то я не пойму. Ну! Не могу поднять. Бля. Ты тоже не можешь. Атака, атака. Ну, блин. Так, слышу МПшку. Коридор чистый, лестница тоже. Издалека из-за тумана ее не видно. Она должна идти оттуда, если она место не поменяла. Надо, чтобы Олег проверил скорость. Твой фонарик. Олег ее даже не видит. Кстати. Какая скорость? Бля. Выключи фонарь, зачем ты выключил? Надо, чтобы Олег... Я не вижу ее. Как я могу проверить скорость, если гребаного призрака нет в этом коридоре нигде? Я бы с радостью. Так, ну не знаю, Даша. В общем, мне кажется, надо карты. Если не идут, то уже. Так атака еще куда ты? Ты пытаешься хотя бы поднять их. Ну в чем дело? Она что сюда вообще я... не ходит. Они провалились через текстуру. Нет, там карты уже не поднять. У нас бывала такая херня, что падает и все. Призрака нет, нигде. Все. Сейчас я включу свет. Не тут, не тут. Надо, чтобы Олег... Олеж, тебе надо посмотреть ее скорость. Да слушай, обычная скорость. Да, что тут надо... Нет, ускоряется она, блин, не... Не могу, я никак уже... Все, не возродить нет, все, Олега. А где мой фонарик? К сожалению, да. А где мой фонарик? Ай-яй-яй. Фонарик, его тоже нет, на, Даш. Или давай, пойдем, выйди, в общем, пойдем. Пошли, ну, да. Потому что я его взял в руки и решил тебе его поднести, аккуратно. Положил, и он в трейлере, в общем. Так, может, туда пошли с карты? Так, карты мы сейчас проверим. О, такого не бывало раньше. Не, они же лежат. Картишки были где-то ладно, здесь. Ладно, пойдем, выйдем, надо кого-то выбирать. Я не знаю, Олег с нами, может быть, что у него есть какие-то мысли? Я ее не видел. Она где-то либо пойдем. Багнулась, либо хер его знает. О, аж как-то напряжненько, но я не знаю. Меня смутило, mm-hmm. что она ко мне прям такая пришла, деловая. Ну смотри, банши можно проверить. А чего, может по датчикам проверим банши? Олег, подойди в машину. Блин, оно беззвучно падает. О, да, проверить. Ты здесь. Вот здесь урони предметик, если у тебя есть какие-то идеи. Нет, ну, что, хорошо, предлагаешь. Олег, ты смотрел скорость призрака? Урони предмет, если ты видел, ну, как он перемещался. Ага, видел. Ты мне скажи, можно, он ускорялся на электроприборах? Если у него менялась скорость, кинь предмет. Я не знаю, а если я не знаю? Короче, ну, Баншуху можно проверить по датчикам. Я бы попробовала ну, не знаю, хочешь, можем проверить Баншуху по скорости, по датчикам точнее. Она, кстати, не переехала, она там сидит.
Так, Олег, нам проверить... Перестанем в коридоре с двух сторон и... Да, и посмотрим, кому она пойдет. Кому пойти? Нам проверить Банши? Проверить? Да. Ты имеешь... То есть кто-то у нас умрет, а нам проверить... Смотри, нам проверить Банши по датчикам? Или жестко? Или... Стоп, стоп, стоп. Жестко? А что ему терять-то уже? А, ну действительно. Давай тогда последний. Я тоже взял. Эй, блин. Я еще и фотик. Я возьму, хочу свой этот фонарь, потому что без фонаря как круто. Так, ну у нас, кстати, тарелка-то... Ну ладно, не, мы сейчас будем жестко проверять. Короче, хотя вообще, одна почему атака? Вы думаете, что это Банши? Мне кажется, это какой-нибудь Юрей. Ну да, но ну она... погнали проверять. Не знаю. Так, я пробую. Вообще непонятно. Смотри, я тут, так. Ты там. Да-да-да, предлагаю. Где она? Откуда вот выходит идет. Она у нас? Твою о, мать. Она уже идет. Так, давай, ты вот там стой. Я подальше? А я вот тут стою. Ничего не поджигаем пока. Посмотрим, кому она пойдет. Если она так, смотрим, тебе... она вообще оттуда... Да, идет отсюда. Пошла, 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 пошла. Пошла, так. Бля, по-моему, на Дашу. Или на Алекса. Ко мне идет. Бля, на Алекса согрелась. Ой-ой-ой, а ты подбеги. Так, я поджег. Давай. Ку-ку. Ей-ей. Ку-ку. И она бежит дальше за Алексом, походу, да? Банши, там дверь. На Дашу согрелась. Ко мне идет. Ни хрена не Банши. Ни хрена не Банши, да. Прячься быстрее. Ну, вычеркни, если выживем. Алекс, беги, беги! Беги! Беги, 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 спортсмен! Вокруг кольца! Бля, давай сыграем в баскетбол, не убивай, сука! Молодец! Хуя себе, добрый вечер! Блин, как он в присядку угарно! Ёпт! Привет! Ой, не слышно, пошли выйдем. Так, это не Банши. Хрен его знает. Ну, мы поняли, что это так, не Банши. Да, я говорю, вычеркиваем. Меня из жизни и Банши из списка. Ну, было похоже, как Баншуха, понимаешь, как повадками. Хорошо, если не Банши, то кто? Да это Юрей, Юкай, кто-то. Юрей или Юкай? Мне кажется, Юкай. Прямо вот я в спортзале, когда что-то там лишнего сказал, видать, и она прям такая, уо! Мне кажется, прям рванула за мной. Я бы на Юкая ставил. Давай ставить на Юкая. Хотя, может быть, и Юрей. Хотя, может, и Юрей. Скорость вроде бы она не меняет. Все-таки вроде он должен вроде где-то быстрее, но где-то медленнее. По звукам, шпарит, по звукам кажется, вроде казалось, что она типа как бы шажки быстрее становились, понимаешь? Ну, это по звукам, и это казалось. А Даша где вообще? Да, выходите. Да мы-то уже давно вышли, нам нафиг туда соваться уже. Так она в машине, что ли, уже? Да. Как она мимо нас прошла? Да ну. А, нет. Да не, ну там, ты чё? Сейчас выйдите. У вас есть идеи? А, идём, заходим в машину. Ну такое, так что, Юкай... У вас есть идеи? Ну это не... Да хрен да, нас, да. Давай. Это не Банш. Я могу... Это не Банш, да. Не. Ну, короче, выбор между Юкаем и Юреем, правильно? Да. Ага, да. Меня смутит... Я вот, понимаешь, я не могу все время с этим Юкаем никак понять. Она, когда ты ее обкурил, она пошла ко мне. То есть я ее, по сути, позвала, она пошла ко мне. Но Юкай же типа глухой во время атаки, нет? Или это не то? Или я неправильно понимаю ее способность? Юкай же, наоборот, слышит, нет? Нет, он... Я бы Юрку поставил, кстати, в натуре. Он же слышит, ты же говорила, она к тебе пришла. Я просто не успею его... Я рядом, я был рядом. Теоретически на А. Надо было бы обкурить комнату, поставить датчики, посмотреть, будет ли Юрка выходить, но нам курить нечем, и я не успею просто. Короче, вы кого ставите? Юрку? Юкая? Да. Поставьте кто-то Юкая, кто-то Юрку. Ага. Давай я Юрея поставлю, ты Юкая, хочешь? Давай, я Юкая. Ну, давай. Давай. Все. Готовы. Так, ну вроде как... Ну это конечно, стрёмный призрак. Это прям жесть. Там такая девочка мелкая. Хотя Юкая может было... Блин, слушай, можно было бы попроверять. Может, Юкая, может, Юрей, не знаю. Посидеть, поорать. Да, ну ладно. У меня есть сомнение, что это Юрей. Я тоже больше к Юкаю. Ну, похер, короче, поставим, пусть будет так. Кто-то в любом случае получит бабки. Хотелось бы, чтобы это была Даша. Она выжила. Юрей! Я поставил Юрея! Ай-яй-яй-яй-яй! Зайди, Юрей! Я Юрея выбрал!
А ты Джина поставил, Алекс? Ну, вы разыграли, да. Ну, я на ИК все-таки поставил. Хотя, да, он вроде бы как реагировал на звук нормально. Слушайте, я тоже, я уже думала, ЮКАЙ. Ну, Юрка, меня смутит. Я же говорю, можно было бы его проверить датчиками. Типа, обкурить его комнату, и он, типа, из комнаты выходить не будет. Это полторы минуты, по-моему, но, блин. Слушай, мы на банши хорошо уже проверили, нормально. Кстати, да, между прочим. Давай, она наткнулась в стенку, потом ко мне. Но зато вычеркнули банш, видишь? Да, а то могли бы протупить и поставить баншуху. Но мне кажется, получилось очень здорово. Олег хотел тест, Олег в итоге и угадал. Да, получилось реально круто. Круто, с вас лайк. И подписочка. И подписывайтесь. Пока-пока. Все? Да, всем пока. Пока-пока-пока.